Девочки, всем привет! Сегодня перед вами две огромные вот такие вот посылочки. Эти посылки я получила с сайта AliExpress. И сейчас вместе с вами мы их откроем. Сначала я открою посылку вот такую черным. Хочу рассказать немножко ее историю. К сожалению, посылка была вскрыта на таможне. Я не знаю, по какой причине. Вот наклеечка с AliExpress. Здесь вот лежит акт. Меня уведомили о том, что посылку вскрыли. Здесь вот, как видите, написано, оболочка повреждена. С доступом к вложению. Вес, кто вскрывал посылочку. В общем, на таможне эту посылку проверяли. Почему, я не знаю. Я вам сейчас покажу, что внутри. У меня был случай до этого. Вскрывали одну из посылок, но там были деревянные пуговички. Ну, как бы там еще понять можно. Почему здесь вскрыли, я не знаю. Давайте откроем и все посмотрим. Смотрите, здесь у меня вот такая красотища. Это фуамирановые цветочки. И они вот так вот рядочками красиво уложены, ровненько. Хотя запакованы, как видите, в один пакет, только без всяких дополнительных каких-то материалов. Итак, здесь у меня цветочки вот такие вот по 144 штучки в каждом пакете. Есть цветочки с сеточкой. Так, все приклеилось. Так, эта посылочка мне пришла, все цветочки с сеточкой. Еще подобную посылку я на днях должна получить. Там будут цветочки без сеточки. Видите, вот они на проволочке. Вот такие вот сочные, красивые оттенки. Давайте я вам сейчас их покажу. Их я заказала для очень интересных мастер-классов. Каких конкретно, вам сейчас не скажу. Пусть будет для вас небольшим таким сюрпризом. Смотрите, сеточка в белый горошек. Так что те, кто еще не нажал на колокольчик, обязательно нажимайте, чтобы не пропустить выход новых интересных мастер-классов. Белые очень красивые, нежные, в принципе. Ой, а синие девчонки. Вообще, смотрите, какой цвет классный. Вообще здоровски. Все на проволочках. Так, давайте синенькую откроем. Достанем одну веточку. Так, вытащила из пучка, но это не страшно. Вот такой вот пучок из цветочков. Здесь 12 цветочков в каждом. На проволочке, как я уже сказала, с сеточкой. Эти цветочки идеально подходят для всяких разных декоров и для украшений для волос. Цветочки все качественные, ровненькие. Сейчас вот немножечко помята форма, но когда цветочки полежат, они выравниваются. Становятся гладенькие, красивые. Расправляются лепесточки. Так, это вот такие шикарные цветы. Теперь давайте откроем вторую посылку. Это, слава богу, не вскрыто. Все идеально, все просто шикарно. Это тоже посылочка с AliExpress. И здесь уже упаковка совсем другая. И это другой магазинчик. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Если вам нужны такие вот товары, заходите обязательно, заказывайте. Потому что я еще заказала, девчонки, у магазина была распродажа. И я вот эти вот цветочки фуамирановые и вот эти вот веточки все заказала по очень хорошей скидке. Если вы будете, добавите в корзину, периодически будете заходить смотреть,
то и вы набредете тоже на ссылочку и закажете себе такую прелесть. Так, здесь у меня два вида цветов. Сейчас я убираю пупырчатую упаковочку. Так, одни цветочки, вот эта упаковка более тяжелая. Они здесь в сочетании пенопластовые и тычинки. Очень здоровские, качественные веточки. Я их заказываю не первый раз уже. И хочу вам посоветовать, порекомендовать. Сейчас я вам их покажу поближе. Вот такая вот хорошая, внушительная веточка. Сейчас я вам скажу, сколько здесь штучек. Вот такой вот один цветочек, если можно его так назвать, для оформления. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, в принципе, стандартная веточка. Смотрите, какая красивая, розовенькая. Я заказывала прям много, по две штучки. Да, вот серенькая здесь вторая еще лежит. Тоже для интересных в дальнейшем для вас мастер-классов. Также буду использовать при изготовлении украшений для волос. Смотрите, вот эта серая, очень красивая, такая серебристая веточка. И очень качественно сделана. Смотрите, не лохматится ни один лепесточек. Очень хорошо. Сейчас открою этот. Вот, смотрите, они все на проволочке. Прям хорошие пучки. Ну, вот давайте посмотрим. Так, вот здесь вот какой-то косячок небольшой. Но это все поправимо. Там несколько видов, несколько оттенков. Вот. Если я не ошибаюсь, девочки, я заказывала вот такой вот пучок за 27 рублей. Я считаю, что цена вообще просто шикарная. Зеленые я заказала два варианта. Смотрите, потемнее и посветлее. Тоже буду их использовать в украшениях. Очень здоровские. Так, и здесь во втором пакете у меня вот такие классные. Девочки, этот пакет просто невесомый. Я сейчас объясню, почему. Здесь на проволочке вот такие вот веточки. Смотрите, вот это вот одна веточка. Эти цветочки, в частности, вот эту веточку, я использую при изготовлении букетов из конфет. Потому как где-то нужно закрыть какой-то промежуток. И вот эта розеточка, опять же, когда они распрямятся, они такие кругленькие получаются. Вот эта вот розеточка просто идеально заполняет этот промежуток. И не видно, что внизу. Здесь тоже 12 веточек. При изготовлении букетов из конфет я наматываю на шпажку, либо на бамбуковую палочку. Они продаются везде. Либо на зубочистку, если это мелкая какой-то корзинка, допустим. И втыкаю уже в основу этого букета. Смотрите, тоже оттенков великое множество. Я заказала два зелененьких, два желтеньких, красненьких. В общем, по два штучки. Также белые. Давайте посмотрим еще один. Вот здесь, вот смотрите, одна веточка выпала. Розовенькая. Она вот такая вот пушистенькая, кругленькая. Она прям практически невесомая. Здесь шарики пенопластовые на тонком фоамиране, если я не ошибаюсь. Вот зеленая веточка. Тоже очень красиво. Также, конечно же, эти веточки можно использовать и в украшениях для волос. Ссылочка будет в описании под видео обязательно. Заходите, смотрите. Такой вот обзор у меня сегодня на поступление новых товаров для рукоделия. Ставим пальчик вверх. Те, кто еще не подписан на мой канал, подписываемся. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых интересных мастер-классов. Как я уже сказала, ссылочка на эти товары в описании под видео. На этом я с вами не прощаюсь. Говорю вам до скорых встреч. В дальнейшем вас ждут
много интересных и очень полезных видео. Пока-пока!